проводится демо-экзамен в колледже Мукашево по дипломному проектированию работ студентов, которые показывают своим опытом знания, полученные за годы обучения в этом заведении, показывают свои знания с хорошей стороны. Может, сами видите, какую работу они провели. С полностью смонтировано оборудование, сделана работа из с пустого места, выполнили полностью подключение агрегатов, проверили, все исправно работает. Это хорошая практика, которая пригодится в дальнейшем в работе на производстве. В свое время, когда мы были молодыми, это 30 лет назад, мы закончили также этот колледж. Раньше он назывался политехнику. И получили мы первый опыт и дорогу, как говорится, путевку в жизнь. И до сих пор не жалеем, работаем электриками, энергетиками, мастерами своего дела. И обучаем, делимся своим опытом и знаниями с молодым поколением. Хотелось бы сказать, чтобы студенты работали не просто потому, что надо, а от души, чтобы выполняли свою работу, как говорится, на 100 баллов. И также потом делились своим опытом и не стыдились с того слова, как говорится, «я электрик».